рассматриваем все. Не то, потому что они там плохие, просто мы сейчас посмотрели все. На 23 человека все, поэтому личных людей не стали, решили не оставлять, потому что определенные, если клуб уже обязательства тоже. Второй круг еще, ну, как, игра и игры, они чтобы для своих клуба играли, игровая практика, чтобы была. Когда игровой практики нет, зачем держать личных людей? Он будет, будем ближе к этому скажем сейчас, пока мы... Универсальный. Он универсальный футболист, он может все позиции закрыть, но мы его планируем в полузащите у нас. То, что мы, это, главное, чтобы они до конца поняли, что мы хотим, наши требования. Те игры вчерашние, которые показали, моменты им вроде что-то получается. Ну и много есть моментов, когда неправильно играем. Надо вот это исправить. Для этого была эта игра, чтобы мы ближе познакомились. Сейчас в процессе теоретических занятий вот, устраняем вот эти недостатки. Посмотрим, насколько мы быстро поймем, что нам делать. Не, ну посмотрим, все зависит от исполнителя, который у нас есть. Будем изучать, еще думать, поэтому посмотрим. Все зависит еще, как будет игра складываться. Это же нормально, когда есть по ходу второй план, на случай, если как-то что-то будет не так получаться. Поэтому, в принципе, футболисты быстро поняли, что от них хотят, перестроились. Но это, в принципе, на будущее, там видно будет. Мы же не только готовимся с кем, но в дальнейшем будем, думаю, тоже продвигаться в этом плане. Дело не в этом, он нормально, просто он в Ахтакоре чуть-чуть играет по-другому. Здесь мы хотим чуть-чуть по-другому играть. И игра показала, что он пока по привычке играет как в Ахтакоре. У нас просто мало времени для того, чтобы перестроился он все. Поэтому я сейчас на эту позицию планирую для другого футболиста. А держать его на скамейке запасных, я не думаю, что это пойдет ему на пользу. Поэтому мы его отпустили в Ахтакор. Но он хорошего класса футболист. В дальнейшем, когда мы будем привлекать, и там больше будет времени для того, чтобы понял. И несколько товарищеских матчей, потом он, наверное, перестроится, надеюсь, и будет приносить пользу, конечно. Ну, скорее всего, мы посмотрим, потому что нам надо туда 23 футболиста. После игры будет видно, ну, вдруг кто-то не сможет по каким-то причинам. Игра покажет. Ну, с Яманом в сборе будет, да, 25? Да, да. Пока мы оставляем 25, ближе к этому будет. Да, чартером летим, да. Хорошо, да, надеемся, что чартером полетим, конечно. Спасибо. Планируем так.